Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Корыч. И сегодня у нас будет небольшой быстрый обзор, точнее не так, не быстрый обзор, а первый взгляд на игру, которую мы будем стримить, если все правильно сойдется, сегодня вторник, если что. Вторник, 24 октября. Сейчас я все скажу. Игра, видео. Так вот. Значит, если все сложится, то завтра будем стримить эту игру, а сегодня будет первый взгляд от вашего любимого душного стримера, самый душный стример на просторах Ютуба, это я, меня зовут Корыч, всем добро пожаловать, стримлю я, если что, на Ютубе и на Твиче, вся информация есть в описании к этому ролику, в том числе, если вам интересно, да, и, собственно, давайте начнем обозревать немножко, музыка офигенная, сразу говорю, вот, будем... Короче, посмотрим, что она из себя представляет. Так, значит, по настройкам все максимально просто. Горизонтальная сенса, вертикальная сенса. Так, качество графики. Это 0. Медачок. Целковый. Ну, хрен его знает. Давай максимум поставим. Радислав Драчеслав. Всеслав. Так, ну хорошо. Я сразу говорю, я ее не смотрел. Я знаю, что была такая игра. Большое спасибо. Кстати говоря, спонсором этого первого взгляда является Максим, а.к.а. Инсомния, а.к.а. Максим Егоров. Спасибо, Максим. Благодаря таким, как ты, мы обозреваем такой трешак, как эта игра. Вот, надеюсь, этот трешак будет прям ух! Так, ну что, мы будем за Драчеслава, да, потому что вот я так решил. Так, ну чё, первый уровень, защита Байкальска. Выбирай оружие, чтобы крушить врагов. Ну вот. Музыки, наверное, чуть потише, орёт очень. Тут вообще все очень сильно орёт. Мышь вдаль оси земли. Где? Супротив. Мышь супротив вдаль. Хера не понял, если честно. Давай вот так поставим. Во, нормально. Ух, какой звук. Что можно делать? Так, значит, бью. Сильная атака. Это такая атака.
Ну, прикольно, прикольно. Но... Я могу его убить или нет? Медведя, наверное, нельзя убить. О, эти анимации, господа. Это что-то с чем-то. Уф. Уф. Ну, понятно, это по приколу игруха сделана была. И музыка по приколу. Ну, давай, блин. Иди нахрен, твари. Боевка прикольная. Легкая, прикольная. Это очень напоминает какие-то суперстарые слэшеры. Иди сюда, тварь! Я Дрочеслав, Син... Привет от рептилоидов! Син Пелея, блин! Тебе конец, Русич! Во имя Иблиса! Ой, я что-то выпил нечаянно. Не ожидали, да? Ну, боевка нон-таргет, если что. Кто не понял, да? Супер нон-таргет боевка. А, после сильной атаки нельзя делать комбо. Это не есть хорошо. Комбинации не продуманы. Гиперборея наша. Бежим. Нифига себе, так быстро. Привет от рептилоидов. Сила Перуна. Бежим. Резня. Да. Получите нахрен. А нет, мои братья. Русы, я отомщу вам, ящер, не покорить вам земли великих русов. Да. Ты думал, я тебя не замечу, подлый пин... ящер, точнее. Хоба, у ворот. Вот опять выпил, я не жал F. Он берет и просто тратит мои эликсиры. Мне теперь нету ХП, прикольно, да? Сила Перун тебе, че себе он мощь не поможет. Не поможет. Опа, Friendly Fire, видели? Ай-яй. Да твою дивизию. Что делать? Кто ты, воин? Как пройти Я эту игру? Я Дрочеслав, сын Сергея. Хоба! Да не поможет тебе злобный ящер. Ничего не поможет. Я всех накажу. Вот и все. Славянский зажим яйцами. Славянский зажим яйцами. О, другое дело, да, детка. Да. Получите. Звуки в игре просто шедевральные, пацаны. Но я лучше аудио сопровождения просто не видел. Это я не знаю, как это объяснить. И подгрузка уровней, посмотрите, насколько эти она крутая. Ящеры просто малыши. Тебе не победить. Тут наши самые сильные воины. Нет, мы слушали. Славянский зажим яйцами. А где он? Какого хрена, блин? Перун тебе! Ха-ха! Не поможет! Привет от рептилоидов! Это вот обидно было. Славянский не сработал, зажим яйцами. Ладно, я думаю, продолжим мы на стриме проходить эту хрень. Вот, ну что я могу сказать, в общем, меня тут, грубо говоря, очень жестко несколько раз, причем в этой довольно необычной и странной игре, думаю, как раз для стримчика завтрашнего просто белиссимо. Вот,
Да, в этой игре мы завтра увидимся с вами. Скажите мне в комментариях, что вы думаете о отечественном, так сказать, производстве игр. Об этом. Точнее, ну вы поняли, да? В общем, всех жду. Завтра, сегодня вот первый обзор, что я могу сказать. Ну, это забавно. Это забавно. Все, с вами был Корыч. Подписывайтесь, ставьте лайки. Увидимся очень скоро. Всем пока.